Николаев микрофона. Первая песня, которую я спою, называется «Позади старый год». У нас студия итоговая, поэтому, думаю, она будет актуальна. Позади старый год, полный шумных хлопот, полный ярких побед, в перерыв на обед, полный снов непростых и сплошных запятых. Тех унес, тех принес, а тем утер красный нос. Запрещало успехом гордиться нелегкое время. Хворь терзала меня всемогущей и дерзкой клюкой. Но отец мой сковал из огня непокорное семя. Да и мама в ответе за то, что я вырос такой. Позади миражи, ярких встреч виражи, нежный взгляд до глубин, губ опасный рубин. Позади синяки и сухие пайки, поездов вечный гул и рабочий отгул. Но дают ли отгулы нещадно летящие годы? И возможно ли вдруг перестать об ушедшем тужить? Может, просто не стоит идти против мамы природы? Когда баба ведь нам продлит удовольствие жить. Позади денег нет и мечтателя бред. Позади старый друг, без минуты супруг. Позади небеса и не та полоса. Ну а что впереди? То же, что позади. А тогда со старушкой нам стукнет лет по 90. Если мама судьба разрешит до такого дойти, мы умом и сердцами поймем, что по сути жить просто, и пойдем провожать старый год, чтобы в новый войти. И пойдем провожать старый год, чтобы в новый войти. Ну, вторая песня, она как бы совсем новая. Сколько сегодня открытая студия, я решил попробовать все-таки ее спеть. Называется она «Мы с тобою похожей породы». Мы с тобою похожей породы, мы с тобою похожей судьбы. Поколение мамы природы, размышления,
чьей-то борьбы. Облекла оболочка нас в сроки и заставила быстро бежать. Мы не в силах сдержать слез потоки и не в силах объятий сдержать. Непременным условием роста почему-то является боль. Это только потом очень просто, а вначале сплетение неволь. Эх, неволи, эх, злые темницы, средоточие дикой тоски. Перед тем, как хорошему сбыться, часто рвется душа на куски. Хорошее все же приходит неожиданно, даже подчас. Мелодичную песню заводит задушевно и не на показ. И стоим мы с тобою, обнявшись, друг для друга, желая расти. Не страстям мимолетным поддавшись, а надеясь себя обрести. Спасибо. Можно? Да-да-да, так надо Сергею там помочь. Сергей Николаев. Так, сейчас сыграет Андрей Калядинов, правильно, в «Долине»? Так, запоминаю, поскольку Андрей в прошлый раз у нас первый раз выступал. Сейчас мы продолжим, в общем-то, знакомство с его творчеством.